Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Максимально горячий контент. 200 мегапикселей на Xiaomi 12T Pro. Звук прямо сейчас идет с него. Против 108 мегапикселей на Samsung Galaxy S22 Ultra. На Snapdragon и звук прямо сейчас идет с него. Что самое интересное, кстати, в Xiaomi стоит сенсор вот этот на 200 мегапикселей от компании Samsung. Называется он HP1. Мне интересно, что может эта 200 мегапиксельная камера. Сейчас я, соответственно, делаю видео сравнение с Samsung, снимая все на фронтальную камеру и мне интересно узнать ваше мнение ну как вам съемочка представьте на фронталочку я снимаю только full HD 30 кадров в секунду потому что Xiaomi по традиции не умеет снимать 4к60 кадров в секунду и это косяк и это залет но с этим мне кажется уже немножечко смирились мы с вами посмотрим сегодня и мы ночные фотографии я много всего поделал в основном режиме, в режиме 108 мегапикселей, в режиме 200 мегапикселей. Короче, будет интересно, а главное честно. я зовут Филд, канал Честный Влог. Погнали! Итак, друзья, давайте смотреть. Это первое в сравнении. 4К 60 кадров в секунду. Смотрим, на что способны наши смартфоны в дневное время суток, когда много света, когда хорошее настроение, замечательная осенняя пора. Пока я вижу, что картинка примерно одинаковая. Единственное, что трава на Xiaomi, она чуть более зеленая, чем на Samsung. И при этом на Samsung я больше вижу листву, а на Xiaomi листва на траве, она куда-то немножко пропадает. Если вы сейчас посмотрите, обратите как раз-таки на это внимание. Куда она пропадает, честно говоря, сложно сказать. По стабилизации я бы сказал, что примерно смартфоны снимают одинаково. Вообще интересно, да? Ведь несколько лет назад нельзя было даже представить, что Xiaomi будут сравнивать с Samsung, с iPhone и так далее. А сейчас вот все хорошо, прямо идут наравне. Красавчики. Мало того, что у нас еще и Samsung стоит гораздо дороже, чем Xiaomi. Кстати, по хорошим ценам эти смартфоны можно приобрести у моих друзей компании Cyprus. У них же есть и Samsung на Snapdragon. Цена на Xiaomi крайне вкусная. 39 900 на момент ноября 2022 года. А Galaxy 22 а ультра на не стоит 65 тысяч, то есть разница в 20 тысяч рублей. Давайте посмотрим ночную съемку, это тоже 4К, 60 кадров в секунду. Сразу видно, что Samsung чуть более рыжую картинку дает и может быть чуть более цветную, Xiaomi чуть более сдержанный. Если посмотреть сейчас на плитку, которая находится внизу кадра, то мне кажется, что на Samsung чуть больше деталей, чем на Xiaomi. Мы сейчас также можем посмотреть на детализацию при помощи листьев, они являются очень хорошим индикатором. Детализации. Также обращайте внимание на засветы, которые есть вокруг, потому что смартфоном снимать, конечно же, достаточно сложно. Вот мне не очень нравится, как выглядят темные участки на Samsung. При этом посмотрите, какие темные тени на Xiaomi. Видите, на, на Samsung насколько более светлая картинка. При этом на Xiaomi как будто бы цвета более правильные, потому что все-таки трава должна быть более зеленой, чем на Samsung. Samsung все такое рыжеватое. Ну и вот этот эффект странный. Когда мы смотрим сейчас с вами на кору дерева, и она как будто бы съезжает немножечко. Это на Samsung, а на Xiaomi такого нет. И вообще я не видел ни на каком другом смартфоне, кроме как на Samsung, вот такого странного эффекта. Видите, кора, когда мы двигаемся, она немножко съезжает. И это странно. На Xiaomi очень темная картинка. Тоже не очень хорошо. Смотрим сейчас на засветы. Они гораздо больше на Xiaomi, чем на Samsung. Да, темновато все-таки картинка на Xiaomi. Здесь нужно либо вытягивать чем-то, либо поднимать экспозицию. Но тогда у нас еще больше будет засветов. Хотя можно включить режим HDR, и тогда засветы будут так или иначе нивелироваться. И вот сейчас видно, да, темноватая картинка. В тенях считать информацию на Xiaomi крайне сложно. Ну и проверка возможностей сверхширокугольной камеры. Да, на Xiaomi, конечно, не хватает светосилы, поэтому появляются очень темные тени, очень темная картинка. Samsung вытягивает, Samsung в этом смысле интереснее, но и по деталям получше. Хотя вот, мне не очень нравятся вот те дальние засветы, которые сейчас есть. Интересно, что Samsung то дает эти засветы, то не дает. Я делал сравнение с Pixel 7 Pro, так вот тогда засветов не было, а сейчас на Samsung засветы есть. Это немножко странно, с чем-то связано я не могу сказать но так или иначе, я пиксели вот ругал за то, что дальние объекты засвечивает. А сейчас можно поругать Samsung, что он тоже засвечивает дальние объекты. Что вы думаете, друзья, по поводу видеовозможностей? Мне показалось, что днем смартфоны снимают плюс-минус одинаково. Единственное, что на Samsung у нас есть еще и телевички трехкратные и десятикратные. На Xiaomi этого нет. А так 4 к 60 кадров в секунду. И картинка хорошая, и стабилизация хорошая. И примерно динамический диапазон примерно был одинаковый. На Samsung чуть пошире, и солнце было менее засвечено. Ночью ситуация следующая. Samsung делает картинку более светлую, более пригодную для использования. При этом есть вот эти косяки с детализацией. Вот этот странный эффект съезжающей коры. Я не знаю, как с ним бороться, не знаю, откуда он берется. На Xiaomi такого нет, но на Xiaomi очень темная картинка. И на сверширике тоже очень темная картинка. Что вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я предлагаю прямо сейчас переместиться к фотосравнению. 200 мегапикселей против 108. Будет очень интересно. Ну что, друзья, теперь переходим к самому интересному. Уверен, что 200 мегапикселей против 108 мегапикселей, как они работают? В обычных режимах, в режимах с повышенным количеством мегапикселей, телевички и все остальное. Днем, ночью, вечером я вам сейчас обо всем расскажу. Я предлагаю начать с портретов, потому что обычно я начинаю с архитектуры. Сегодня у нас будут портреты. После у нас будут дневные фотографии: здесь красивые здания, Санкт-Петербург, вечер, ночь, в общем, с увеличением и так далее. Мы с вами даже посмотрим, как у нас работает макрорежим. Вот фотографии улиток. В общем, все вам покажу. Начинаю с очень простой схемы. Вы пришли в кафешку. Это моя любимая супруга Александра. И я ее просто фотографировал. Тут у нас есть и свечи и все остальное. Здесь обе фотографии сделаны на основную камеру, только на Samsung у меня есть портретный режим, а на Xiaomi на основную камеру просто так портретный режим не сделать, потому что как только ты включаешь портретный режим, у тебя сразу происходит увеличение в два раза. Так что просто фотография на основную камеру. Мне сразу нравится больше Samsung и по цветам, и по детализации тоже. Да, шумов достаточно количество, но Xiaomi справился гораздо хуже. А вот теперь уже второй режим — портретный. Как раз таки Samsung — это уже тройное увеличение, а на Xiaomi это просто портретный режим. Он делает увеличение в два раза. Давай посмотрим, что теперь у нас с детализацией. Я могу сказать, что, кстати, детализация стала как будто бы даже получше, чем на первой фотографии, но все равно мне нравится Samsung больше и по цветам, и по деталям. Хотя, достаточно большое количество появляется на Samsung артефактов, и, наверное, кто-то из вас может со мной поспорить, что Samsung сделал лучше фотографию. И вот здесь вот, да, я соглашусь, что Samsung не очень хорош, но, собственно, фотография на телевичок, телевичку тяжело, потому что у нас не так много света. Но вот если смотреть издалека, вот отсюда, то мне нравится больше фотография на Samsung. Еще одна фотография без увеличения, это просто основная камера, и здесь опять же мне нравится больше Samsung. А на Xiaomi у нас как будто применяется какой-то фильтр, видите, немножко изменились цвета, так сказать, обработались по Xiaomi. -шному. Обращу ваше внимание, что вот это размытие, это размытие обычное, оптическое, это хорошо, на Samsung у нас включен портретный режим, поэтому у нас размытие компьютерное. В целом по детализации, наверное, можно сказать, что детали все-таки побольше на Samsung, хотя у фотографии такие далеко не идеальные. И тут выходит вы на улицу и делайте здесь фотографии. Эту девушку, кстати, зовут Аделина. Я уже с ней неоднократно проводил фотосессии. А мне здесь тоже цвета нравятся на Samsung больше, потому что на Xiaomi цвета, посмотрите, ну, слишком уж желто-зеленые, я бы сказал так. Здесь, на Samsung, цвета лучше, но детализация, наверное, лучше на Xiaomi. Вот, если посмотреть на волосы, то на Samsung они более склеены. И если посмотреть на ресницы, если посмотреть на лицо, на глаза, то на Xiaomi деталей чуть побольше. Поэтому, если поправить баланс белого, то фотография получилась бы не такой зеленый и уже было бы получше. Еще одна интересная фотография. Samsung, кстати, здесь ее делает на телевичок. Тройное увеличение. На Xiaomi это просто портретный режим. Соответственно, основная камера увеличение в два раза. Что интересно, детализация примерно одинаковая, хотя сенсор на Xiaomi гораздо более светосильный, потому что это основная камера. Но вот волосы, посмотрите, склеены примерно одинаковые. И так и там, и так, наверное, не должно быть. Вот детализация кожи на Samsung похуже. Также у нас присутствуют шумы. В целом, я могу сказать, что по цветам картинки получились примерно одинаковые, но вот опять же отсюда мне больше нравится Samsung. Я объясню, почему, во-первых, трехкратное увеличение дает возможность приблизить мост. Во-вторых, у моста есть вот такое приятное боке, да, вот эти кружочки очень симпатичные. А на Xiaomi этого нету. И на Xiaomi, кстати, ты не можешь настроить этот эффект. А на Samsung есть возможность настроить эффект. У тебя будут кружочки или еще что-то. Так что здесь мне больше нравится Samsung, хотя деталей больше на Xiaomi. Ну вот у нас света только что было а, мало, а теперь света много, и здесь оба смартфона, да, оба смартфона вообще сделали абсолютно разные фотографии. Посмотрите, оба, кстати, засветили, но что, наверное, интересно, Samsung засветил местами, у нас щека засвечена, нос и цвет такой получился рыжий. А на Xiaomi как будто бы включен такой небольшой фильтр, и, наверное, мне фотографии на Xiaomi нравятся больше, хотя она тоже практически засвечена, но, наверное, все-таки Xiaomi поинтереснее, хотя очень черная фотография получается, по сравнению с Samsung. Тени очень темные. Еще одна фотография. Знаете, почему Аделин такая довольная? Потому что, на самом деле, вот это место, где мы фотографируемся, здесь делают хот-доги. А продавец смотрел, как мы делаем фотографии. Ну, что могу сказать? Samsung мне поближе, мне больше нравится по цветам. Чуть такой более коричневые, а, приятные цвета. При этом по детализации. По детализации мне тоже больше нравится Samsung. Да, прям приятно, хорошо. А на Xiaomi, опять же, как будто у нас есть такой какой-то небольшой фильтр используется, и поэтому цвета немножко видоизменены. Кстати, на Samsung здесь сделана фотка на телевичок. Видите, у нас f24, а на Xiaomi естественно основная камера. И вот еще одна фотография, опять же, такая же история, на Samsung чуть более одна цветная получается. И опять же, наверное, деталей чуть побольше. Да, немного, но все-таки побольше. Если посмотреть на кофту, тоже на Samsung чуть побольше деталей на кофте. Еще несколько дневных фотографий. Эту, кстати, девушку зовут Елизавета, она тоже принимала участие в фотосессии. Ну вот смотрите, Samsung здесь получше отработал эту сложную фотографию. Сзади у нас парит солнце, да, поэтому у нас и Samsung сделал все хорошо и смог выделить человека. А на Xiaomi этого не произошло и, и поэтому человек получился у нас засвеченный. Еще одна фотография, опять же, ну опять, да, мне больше нравится по цветам все-таки Samsung. Чуть более цветные он делает фотографии, мне кажется, что это более актуально. Хотя если смотреть на детали, то деталей уже не в первый раз, побольше на Xiaomi, и эта фотография сделана днем, то есть тут нет каких-то проблем со светом. Единственный момент, что на Samsung у нас сделана фотография с трехкратным увеличением, то есть это телевичок, а на Xiaomi у нас основная камера, естественно но другой-то и нет. Вот, поэтому деталей чуть побольше на Xiaomi. Мне интересно узнать ваше мнение. Вот вам какая фотография больше нравится. В принципе, напишите, пожалуйста, вам вот по ходу делу, какие фотографии больше нравятся. Ну и еще один портретик Елизавет. Здесь, мне кажется, Samsung перемудрила, сделала слишком коричневое такое лицо. А на Xiaomi немножечко, наоборот, засветлила. И поэтому оно стало такое немножко кукольное. В принципе, и так, и так хорошо, когда смотрим по отдельности. Но немножко загорелости у Елизаветы здесь много. Кстати, обратите внимание на геометрию лица. Видите, на Samsung оно более круглое, потому что у нас тройное увеличение. По сути, чем больше увеличение, тем более круглое получается лицо. На Xiaomi у нас двойное увеличение, поэтому лицо более узкое. Я, честно говоря, не знаю, где здесь правда. Наверное, правда где-то посередине. Вот, вообще, если хотите побольше увидеть фотографии Елизаветы или вот Аделины, о которой я сегодня тоже рассказывал, я внизу оставляю ссылочки на девчонок. А вот сейчас хочу обратить ваше внимание на эту композицию, потому что здесь три фотографии Xiaomi. Справа у нас фотка в 12 мегапикселей, слева фотография в 5 50 мегапикселей, по центру фотография в 200 мегапикселей. Давайте посмотрим, в чем же у нас есть разница. Ну вот так вот, если издалека смотреть, то особой разницы нет, только она немножко в обработке и в цветах. Да, плюс у нас портретный режим на 12 мегапиксельном снимке, а в 50 и в 200 у нас нет портретного режима, хотя размытие заднего фона есть. Давайте увеличивать Елизавету. И вот что интересно, все три фотографии имеют примерно одну и ту же детализацию. Я бы даже сказал больше. Фотографии на 12 мегапикселей мне нравятся гораздо больше, чем на 200 и на 50. То есть здесь у нас вот эта полномегапиксельная фотография сработала так, что деталей у нас не добавилось. Я вам сегодня покажу фотографии, где добавляются детали, где прям ты видишь, как это работает. Но здесь почему-то что в 50 мегапикселей, что в 200, никакой разницы нету, поэтому я убираю фотку в 12 мегапикселей. Это я вам к тому, что не все фотографии в 200 мегапикселей будут давать крутые результаты. В общем, портретики мы посмотрели. Ну, честно могу сказать, мне больше понравился Samsung. Более гибкий по цветам мне он больше понравился. Детализация тоже мне больше понравилась на Samsung, хотя по порой на Xiaomi деталей тоже было побольше. Есть плюс, кстати, еще того, что Xiaomi делает фотографии с двукратным увеличением. Тебе не надо так далеко отходить от человека, как, как на Samsung, когда ты делаешь фотографии с трехкратным увеличением. Соответственно, если вы фотографируетесь дома в помещении, удобнее делать фотографии с двукратным увеличением. Но здесь с деталями было не очень хорошо. Вот давайте посмотрим, что у нас происходит, когда мы делаем фотографии на полный мегапиксель. Я вам сейчас покажу несколько интересных вещей. Первое, смотрите, это две фотографии с Samsung. Обе сделаны в 180 Мегапикселей 11 мегабайт одна фотография, 14 мегабайт другая. Разрешение одинаковое 1200 на 9000. Но посмотрите, у них есть разница по детализации, мало того, эта разница очень ощутима. Вот посмотрите на эти ванты: на первой фотографии, на левой фотографии все гораздо хуже. Тут вот какая интересная штука: когда делаешь фотографии в 108 мегапикселей, на Samsung есть внизу еще кнопочка улучшить четкость. Так вот, когда вы ее нажимаете, то получаете вот такую фотографию, и она разительно отличается от фотографии фотографии, сделанной в без этой кнопочки. Для чего у нас есть именно эта кнопка? Почему бы нельзя сделать, чтобы это постоянно работало? Я не понимаю, но разницу вы видите. Это первый момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Теперь смотрим на две фотографии Xiaomi и Samsung. В обычных режимах 12 мегапикселей Ну, я могу сказать, что на Xiaomi фотография получилась чуть более такая темная И вода чуть более синяя получилась А на Samsung более светлая вода Тут кому что больше нравится Про детализацию могу сказать, что она мне больше нравится на Samsung Посмотрите, как здесь у нас все более четко вырисовывается наша кольцевая дорога На Samsung и на Xiaomi все попроще А вот теперь давайте посмотрим на все фотографии со всеми мегапикселями Наверху у нас два Xiaomi, внизу два Samsung 12 мегапикселей и 108 против 200 мегапикселей. Смотрите, 200 мегапикселей на Xiaomi 42 мегабайта весит. Самая большая фотография. На Samsung 14 мегабайт. Ну и теперь смотрим детализацию. Сравниваем 12 мегапиксельные они друг на другом и 108 и 200. Ну, 108 на Samsung получше. Вот если посмотреть на этот лахта центр то на Samsung вот здесь видны этажи, а на Xiaomi они менее видны. Мало того, фотография на 200 мегапикселей вообще получилась похуже, я бы сказал, чем на 12 мегапикселей. Посмотрите, здесь у нас видны Этаже, опять же, на Xiaomi на 12 мегапиксельной фотографии, а на 200 мегапиксельной фотографии не видно. Так что в этой ситуации у нас Samsung побеждает. Следующая дневная фотография: смотрим чуть более цветная фотография на Samsung. Ну и на Xiaomi слишком много обработки. Вот смотрите, на листве очень много обработки, очень много лишней информации. На Samsung листва получилось получше. При этом интересный момент, что заднее здание как будто бы лучше получилось на Xiaomi, нежели на Samsung. Но оно такое более компьютерное, а на Samsung более естественное. А вот эта фотография опять же 200 против 108 мегапикселей. И здесь ой, какая обработка на Xiaomi не очень красивая. И как э, хорошо все на Samsung. Да, здесь 200 мегапиксельный режим не очень хорошо работает на Xiaomi, а на Samsung 108 как раз таки дает свои результаты. Две фотографии в 12 мегапикселей. На Xiaomi чуть более светлая фотография получилась. Samsung такой, более блеклый, я бы сказал. И наверное, здесь у нас лучшая фотография получилась на Xiaomi. Да, посмотрите, вот на этот границ точно деталей больше на Xiaomi, нежели на Samsung. Еще одна фотография. Опять же, давайте увеличим. И опять, смотрите, детализация мы чуть выше на Xiaomi. На Samsung, видите, мы увеличиваем, и как будто все немножечко заблерилось. А на Xiaomi по-прежнему такая четкая картинка. Возможно, здесь побольше обработки, но так или иначе деталей побольше. И четкости побольше. Кстати, на сверхширик не делали фотографии. Вот давайте как раз таки сделали ее и посмотрим. Разный немножко цвет передачи. Мне больше нравится цвет на Samsung, на Xiaomi немножечко... Какую-то зелень ушло, но и больше деталей все-таки на Самсунге еще одна фотография. Холодная на Xiaomi. И более теплая на Samsung. Видите, у нас на Xiaomi асфальт стал таким голубым. Делаем увеличение. Здесь оба примерно одинаково справились. Особой разницы не вижу, но то, что у нас есть такая синяя дымка на Xiaomi, это не очень хорошо. Теперь смотрим увеличение. Трехкратное на Samsung оптическая против двукратного цифрового на Xiaomi. Опять же, немножко синяя такая фотография получилась на Xiaomi. Опять, как будто бы у нас есть такой некий фильтр. Ну а что касается деталей, детали больше на Сами. Трехкратное увеличение здесь дает лучшие результаты. Вот по этому орлу видно очень хорошо. Давайте посмотрим макрофотографию. Samsung, кстати, делает, естественно, фотографию макро как на основную камеру, так и на сверхширик, предлагая разные варианты. Xiaomi так не предлагает. Я бы сказал, что примерно фотографии получились одинаковые. Точка фокуса немножко разная на обеих камерах, но примерно все одинаково. Вопросов, наверное, нет. Здесь фотография по солнцу. Опять чуть более холодная на Xiaomi, чуть более теплая на Samsung. По деталям, опять же, крайне близко, очень близко. Но вот мне не нравится вот этот засвет на Xiaomi, его нету на Samsung, но он здесь есть на Xiaomi, и это не очень хорошо. Делаем десятикратное увеличение, на Samsung это оптическое увеличение, на Xiaomi цифровое. Ну и разница достаточно сильно велика. Понятное дело, что Xiaomi здесь не может тягаться с Samsung, но я вам показываю, что вы видели, в чем же эта разница. Давайте теперь посмотрим ночные фотографии, они все сделаны э, со включенным ночным режимом. Здесь на Xiaomi интересно, у нас фокус немножко... Дальше. И поэтому впереди такое небольшое размытие, можно сказать, художественное. Но Xiaomi здесь точно лучше. На Samsung все обведено белыми линиями. Это обработка, и она здесь на Samsung все портит. Еще одна фотография уже вот тут мне сразу нравится больше Xiaomi, чем Samsung. Однако, если посмотреть вот на это дерево, то оно лучше получилось на Samsung, нежели на Xiaomi. Да, и детали получше на Samsung. Вот здесь видно что-то, на Xiaomi вообще ничего не видно. Следующая фотография тоже тут все очень красиво, и при Приближаем, смотрим на детали, у кого лучше получилось. Наверное, опять чуть получше на Samsung. Да, точно, лучше на Samsung. Смотрим, как сверхширокоугольная камера делает фотографии. На Samsung она лучше. Ну вот, если посмотреть здесь на траву, посмотрите, у нас здесь видна трава, а на Xiaomi она не видна. Просто какая-то такая масса. Еще одна фотография, начиная здесь, все примерно одинаково, но на что надо обратить внимание, это на засветы. Вот здесь наверху, посмотрите, на Samsung хоть что-то обработано, а на Xiaomi полностью вот эта зона засвечена. Хотя деталей, может быть, даже больше на Xiaomi. Смотрим вот на эту стенку и видим, что на Xiaomi, и видим, что на Xiaomi деталей побольше. Но и засветов побольше. Вот опять же здесь видно на Samsung. Вот эта часть обработана хорошо, а на Xiaomi засветы. Фотография дальнего объекта. На Samsung мне не нравятся цвета. Хочется, чтобы трава была хотя бы хоть как-то зеленой, хоть напоминала. Как на Xiaomi, а на Samsung она стала просто медной. Да и с деталями, честно говоря, не очень. Да, эта фотография точно лучше получилась на Xiaomi. И по детализации, ну и по цветам, конечно. А вот фотография заката. Чуть более светлая фотография получается на Samsung. На Xiaomi чуть более темная наверное, кому как больше нравится. Но я бы сказал, на Xiaomi побольше деталей. Смотрим вот на это дерево. На Xiaomi точно деталей больше, чем на Samsung. А цвета мне больше нравятся на Samsung, нежели на Xiaomi. Вот такая паста. Ходили мы в ресторан с Александрой. И очень она желтая на Samsung. И более аппетитная, я бы сказал, на Xiaomi. Ну и тарелка, посмотрите, белая на Xiaomi. Какой и должна быть на Samsung, она желтая. Обещал я вам показать улитку. А, улитка, это макро режим И улитка мне нравится больше на Xiaomi. У нас нет, опять вот этого рыжемедного цвета, который есть на Samsung. Сделал также фотографию улитки в 200 мегапикселей и, наверное, разницы особенно никакой нету. Да, вот именно разница в детализации. Я бы даже сказал, что ее больше на 12 мегапиксельной фотографии. Еще вот такой корабль Элла у нас пришвартован. Опять Samsung чуть более рыжий и обработки побольше на Samsung. Посмотрите, все буквы, видите, они обведены белым цветом и черным цветом. А на Xiaomi такого нету из-за того, что вот этой обработки нет. Фотография получается более естественная. Ну и по деталям здесь Xiaomi мне тоже больше нравится. Вот корпус корабля виден лучше, чем на Samsung. Ну и вот так вот выглядят мосты, которые разводятся каждую ночь в Санкт-Петербурге. Ну зимой только этого не происходит. Фотографии получились крайне близкими. На Samsung больше шумов, а на Xiaomi больше детализации. Это видно и по воде, это видно и по Эрмитажу, который находится сзади, плюс э, цвета более правильные. А на Samsung у нас больше засветов. Вот то Xiaomi делает лучше фотографии ночи, то Samsung. Ну, в целом, друзья, мне кажется, что мы с вами посмотрели на все фотографии. Что могу для себя сказать? Портретики лучше получаются на Samsung. Сверхширокоугольный модуль тоже получше на Samsung. Режим в 108 мегапикселей и в 200 мегапикселей работает очень неуверенно. И на Samsung и на Xiaomi он дает какие-то разные немножко результаты. Трехкратное увеличение мне нравится больше на Samsung, чем двукратное на Xiaomi. Ну, про видео я уже говорил. Но при этом мне не нравится, что Samsung часто путает цвета. Все уводит какие-то желтые. Тогда, когда что-то должно быть у нас белое, тарелки и все остальное, это не очень приятно. И это исправляется только, если мы будем делать фотографию про режиме. про режим также есть и на Xiaomi, поэтому что-то можно всегда поправить. В целом я могу сказать, что с учетом телевичков и всего остального Samsung мне нравится больше. Ну, собственно, он и стоит дороже, если посмотреть официальные цены Samsung, он стоит за 100 тысяч рублей, если посмотреть, что у нас есть в Яндекс то он стоит там 1070 на Snapdragon, а Xiaomi стоит 40 тысяч рублей. Но Xiaomi точно работает лучше и по системе, и по энергосбережению. Он практически в два раза дольше работает, чем Samsung. Так что с точки зрения покупки, если вам очень важна камера, то это, соответственно, Samsung. А если вам больше нужна работоспособность и быстродействие, и долгожительность, то это Xiaomi. Собственно, вот, наверное, все, что я хотел сказать. Очень интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу двух этих камерофонов, что вы думаете по поводу фото-видео возможностей. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте обсудим с вами наши результаты. Ну, а на этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Обязательно подписывайтесь на мой канал, то что у меня вот такие четкие интересные разборы. Совсем скоро большое количество видосов сравнения с Pixel 7 Pro. Там будут и iPhone, и Pixel 7, и Pixel 6 Pro, и Xiaomi 12 с Ultra. Короче, много всего. Так что остаемся вместе на связи. Ссылочки на телефоны я оставляю внизу в описании. В цифру все отличные цены, так что welcome. На этом все. Большое спасибо. Не болейте. Счастливые и пока.